Я считаю, что мы самым тесным образом сотрудничали в этом плане, значит, торгово-промышленные палаты. Они делали анализ нашего законодательства, вскрывали слабые места в части и налогообложения, в части предоставления каких-то льгот. И надо сказать, что мы вместе с правительством оперативно на это реагировали, поэтому я считаю, что в нашем регионе экономика пострадала гораздо в меньшей степени, нежели в других регионах Российской Федерации, за счет того, что мы как раз носили своевременно изменения в региональное законодательство. В том числе мы проводили заочное голосование, проводили в режиме видеоконференц-связи, а не просто, так сказать, ждали, когда наступит срок проведения очередного заседания Думы.